Друзья, рад видеть вас на канале. Ну вот так вот я обсушиваю тару после откачки меда. Ящики, в которых таскали, там везде капли меда, подтеки меда. В этих ведрах был забрус. И все вот так вот мы обсушиваем. Вроде можно вымыть, но мед жалко. Там хоть граммы, но они есть. Тем более, что взятку уже практически нет. Ну и вот так вот мы приспособились. Вот так вот пчелы забирают у нас все, весь мед, все остаточки из медогонки, из стола, из сита, в котором забрус лежит, истекает. Ну, в общем, вот так потихонечку и обсушиваемся. Все, всем удачной зимовки, ребят. Уходим в зиму. До следующего сезона уже все это нам не понадобится. Потом мы, конечно, все это сполоснем кипяточком. Но пока вот так сушим. Пока.